Интенсивность работы скорой помощи на курорте летом увеличивается в разы. Если людей привлекают по специальной программе из других городов, то количество автомобилей остается неизменным. Но техника не вечная и со временем требует обновления. Автопарк скорой медпомощи Анапы в начале лета пополнился новым автомобилем марки Ford. 9 июня нам в Рио губернатора передал в качестве, так скажем, подарка новую машину, чтобы очень хорошо нам подспорье было в начале сезона. Новая машина с новым оборудованием. Современная машина оборудована полностью всей необходимой для нас аппаратурой, в том числе радиоэфицирована она, оснащена ГЛОНАССом. То есть мы видим, где она находится, поэтому повышается оперативность передачи вызовов в этой бригаде, что также способствует более оперативному доезду до места вызова. Современную технику доверили самым ответственным. Ну, машина хорошая, уже более по евростандарту, кондиционер. По ходовым качествам она, конечно, получше, чем наши «Газели». Вообще хорошая машина. Для врачей очень важно, что автомобиль оснащен всем необходимым. Нередко принимать серьезные для пациента решения приходится прямо в пути. На новом автомобиле работает хорошо. Самое главное, что он оснащен полностью. Есть вся аппаратура, необходимая нам для работы. Ну и также она комфортная, большая, с кондиционером, что тоже немаловажно в нашей работе, потому что летом вызовов очень много. Новому автомобилю в Анапе придется хорошенько потрудиться, ведь в сутки нужно успеть обслужить 25 вызовов и больше. Мотор всегда наготове вести врачей на спасение очередной жизни.